Привет, ребята! И сегодня мы последний раз поиграем в Супер Бэр Адвенчер. У меня слили аккаунт, и теперь я играю с этого аккаунта. Сегодня мы пройдем миссию Трестопила. Так, нажимаем на режим тренировки. Что же нас будет ждать? Что ж, поехали! Я очень хорош в наводнениях или электронике. Ну, почти. Только перепутать провода, и все рванет. А так я в Super Bear Adventure крутой игрок. Просто крутой круче всех. Если что, прыгать на другую дверьку надо вот так. Раз, два. Раз, два, раз, два. Зацепляемся. Раз, два, три. За 1 час. Ладно, что ж. Сегодня я вам покажу, как спасти Барри за золотое время. Для этого мы включим таймер. И отправляемся сюда. Погнали. Залезаем сюда. Главное, чтобы он у вас был открыт. Так. Залазим. А, Б, А, Б. Плюваем на пчелку и идем в колодец. Проматываем все субтитры и начинаем батл с черепахой. Делайте так, чтобы у вас все быстро получилось, иначе не засчитается. Итак, кстати, в режиме босса вы не сможете крутить камерой. Она у вас будет крутиться. И вот, смотрите, я спас Барри. Но это был личный рекорд, потому что я немножко не подуспел. Ладно, я вам показал, как можно всем.